меня танцевать. В ритме плавных движений струится вихрь звуков себя расплескать, раствориться и с музыкой слиться. Пусть меня поглотит глубина, захлестнет затаенной мечтой жить свободными, рождены под своею счастливой звездой. Я лечу за пьянящей волной в море счастья и в капельке слез. В этом мире, придуманном мной, в мире слов, в мире снов, в мире грез. И красивейших искусств, имеющие тысячелетнюю историю и миллиарды поклонников. Танец – это выражение мысли и чувства. Танец – это общение с окружающим миром без помощи слов. Это движение души. Танец – это жизнь. Короза, Арбо, Пашан, Мэрэй, Сорел, Закаров, Айсидора Дункан, Борис Моисеев, Майкл Джексон, Вячеслав Перекрест, Виктор Шиваев, Дмитрий и Татьяна Гак, Екатерина Малинова, Александра Подакина, Людмила Круглая, Виктория Тыева, Виктория Минникова и я, ведущий вечера Роман Громов, рады приветствовать вас в этом прекрасном зале ДК «Металлург Интерпайпен ТЗ» на грандиозном шок-шоу «Антарес 2015». Почему именно шок-шоу, спросите вы, как говорят в Одессе, их есть у меня для вас. Шок. Шикарно и очень красиво. Шоу. Шок от увиденного. 2015. Помимо календарного значения количества улыбок в этом зале и оглушающих аплодисментов.